Работы по восстановлению моста через реку Паужетка займут 2 месяца. На это время губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил наладить бесперебойное снабжение одноименного поселка продуктами питания. Просьба контролировать, оказывать содействие, потому что же вопросов наверняка сейчас множество возникнет при выполнении практических работ в этой труднодоступной местности. Ну и сроки выдерживать с тем, чтобы мост мы восстановили. А пока тоже я прошу провести работу и оценить, какие меры нужно предпринять, чтобы обеспечить для жителей Паужетки нормальные условия жизни. Как сообщил глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков, работы по восстановлению моста начались в минувшие выходные. Конец прошлой недели техника дошла туда, шли несколько дней с поломками, к сожалению. Подрядчика понимаем, потому что он фактически технику везет туда до весны, до лета, поэтому техника так себе. Но на сегодняшний день работает 3 единицы техники, 8 человек было перед выходными, 2 человека приехало, или 2 или 4, вот сейчас связаться не можем, приехало еще вчера. Значит, сделали площадку под кран, разобрали упавшие конструкции моста, сняли настил, провели кабель, провели пожарный пост. Ну, то есть работы ведутся нормально, пока никаких проблем с ними нету. Добавим, в конце августа из-за паводка смыло мост через реку Паужетка к одноименному поселку. Жители оказались отрезаны от большой земли, и им приходится каждый раз рисковать, перебираясь через водоем. А 2 октября во время переправы через реку Паужетка перевернулись автомобили. 2 людей пропали. Позже их тела обнаружили спасатели.